Добрый день, уважаемые зрители! В этом видеоролике я хотел бы продолжить обзор секатора с роповым механизмом. В предыдущем ролике я рассматривал секатор фирмы Центр Инструмент, делал отзывы о 6-летнем использовании его. Сейчас я хотел бы немножко рассказать о новом секаторе Intertool FT-1005. Внешне они похожи, но они имеют отличие. Одно из них, как вы видите, это то, что ручка сверху, она сделана не из металла, а из какого-то такого интересного материала, до сих пор таки понять не могу. Пластмасс, не пластмасс, но я в это не вникал. Также тут отличается механизм открытия. То есть здесь он нажимается вниз, открывается. Легко, но закрыть, чтобы данный секатор, требуется усилие. Опять. Нажимаем вниз, открываем. Закрыть нужно опять-таки приложить усилие. То есть здесь неудобный механизм затвора. Это первое. Также, видите, под шестигранник сделаны болт, тоже есть. И также видим темное здесь лезвие, то есть покрыто каким-то составом. Видать, там пишут, чтобы он как бы не сильно прилипал к нему сок с дерева. Но если посмотреть, если мы захотим срезать на кольцо данным секатором, то из-за того, что лезвие расположено не так, как ножничного типа или другие секаторы, то будет пенечек оставаться из-за того, что оно ложится в середину вот этой канавочки. Ну и теперь попробуем его испытать. Начнем с тоненьких веточек. Ветку. Раз, два. И защелкнулся. Дальше. Раз. За два прихода. Дальше берем. За один. Если сильнее прижать. Попробуем еще разочек. Ну, пока новый, режет хорошо. Давайте возьмем только лошадные. Тонкие. Режет довольно хорошо. Единственный вот недостаток, значит, что захлопывается. Это мне не нравится. Неудобство у него такое. Раз. И что-то не всегда с первого раза срабатывает. Но довольно толстая веточка. Миллиметров 14. Возьмем еще толще ветку. Оба. Раз. Раз. Перекусил. Да. Какой вывод можно сделать об использовании секатора? Ну, в целом, я думаю, должен работать нормально. Механизм защелки, мне кажется, разработается со временем. Буду использовать как вспомогательный секатор для того, чтобы резать толстые ветки, например, укорачивать жировые реки. Как основной инструмент, он, мне кажется, не подойдет. Ну, разве что для женщин, чтобы было меньше усилия на руках.